том, что здесь многие люди с боевым опытом и через Афганистан прошли, и через чеченскую кампанию прошли, и через Донбасс. Там реально наши ребята, и донецкие, и луганские, и наши силы спецоперации гибнут сейчас. И наша страна, она... Не-не-не-не-не-не! Нет, я не хочу это слышать. Гибнут. Подождите. Нет, послушайте, стойте. Они гибнут все равно. Стойте. Они все равно гибнут. Остановитесь. Подождите секунду. Вы не можете остановиться, что ли? Я просто хочу, чтобы мы сейчас встали и почтили память молчанием, хотя бы минутой молчания наших ребят, которые там все равно сражаются за Россию. Вы можете остановиться? И за Донбасс. Вы можете сейчас остановиться? Пожалуйста. Я вам сейчас скажу, что там наши ребята делают. Наши ребята там разят. Гадину это фашизму. Правильно, но это триумф. Правильно, дайте мне договорить. Да. Это триумф русского оружия, это триумф русской армии, это возрождение России.